История часов тесно связана с историей развития техники. А много ли мы знаем о том, откуда к нам пришли часы и как изменялся их вид и конструкция с течением времени? Любой из вас может сказать: «Да, достаточно много. Часы бывают кварцевые, механические, есть еще солнечные и песочные». Но все это касается лишь разнообразия, в то время как история часов – это часть истории человечества и потому не менее интересна. В древние времена люди ориентировались во времени по звездам и по солнцу. Тогда и были изобретены первые солнечные часы. Конечно, они давали представление о времени, но, во-первых, весьма приблизительные, а во-вторых, такие часы могли работать только в солнечную погоду. К тому же людям хотелось иметь такое полезное изобретение и у себя дома. Первые комнатные часы появились в 15 веке и вначале были довольно громоздкими. Их приводил в действие груз, который надо было подтягивать каждые 12 часов, а сами часы нельзя было передвигать. В России часы такого типа сохранились до наших дней, в обиходе их называли ходиками. Только позже, в 1500 году, для приведения часов в действие стали использовать ходовую пружину. А в конце 16 века было сделано новое открытие. Как-то раз молодой ученый Галилео Галилей наблюдал за колебаниями лампад в Пизанском соборе во время богослужения. Он обратил внимание на то, что ни вес, ни форма лампад, а лишь длина цепей определяет периоды их колебаний от ветра, врывавшегося в окна. Обдумывая это явление, ученый пришел к идее создания часов с маятником. В 1658 году голландец Христиан Гюйгенс предложил идею использования маятника и в напольных часах. Эта область исследований была одной из основных для великого физика. Посвятив этому почти 40 лет, он даже издал серьезный труд, который так и назывался «Часы». В дальнейшем он же изобрел баланс-спираль как механизм, на который не влияют колебания внешней среды, будь то морские волны или походка человека. Благодаря этому изобретению впоследствии появились карманные и наручные часы. Открытие Гюйгенса радикально изменило точность и определение времени и сократило отставание часов от получаса в день до 1-3 минут. С повышением точности возникла необходимость в минутной стрелке, да и заводить часы можно было уже не так часто. В 1704 году в Англии был выдан патент на метод использования драгоценных камней при изготовлении опорных подшипников, что резко снизило трение и уменьшило износ деталей в механизме. Часовой бой тоже имеет давнюю историю. В первых образцах часов с боем использовали колокольчик, звеневший каждый раз, когда его задевал специальный рычажок. В башенных часах вместо колокольчика звучал большой колокол. В 1676 году были сконструированы первые часы с отсчитывающим время боя. Они отбивали не только каждый час, но и каждую четверть часа. В дальнейшем часы все более и более совершенствовались.
появилось огромное количество моделей на все случаи жизни: настольные, напольные, каминные, каретные. Например, каретные часы очень часто брали с собой в путешествия. С помощью удобной ручки они переносились и крепились в карете. Для того времени каретные часы были достаточно точными. Как правило, в них были будильник, четвертной бой и репетир, механизм, который своим разнообразным боем сообщал владельцу о текущем времени. Некоторые репетиры были столь совершенны, что в любой момент по желанию владельца могли с помощью разных звуковых сигналов дать исчерпывающую информацию о текущем времени. Одним тоном отзвонить час, другим – четверть часа, третьим – оставшееся количество минут. Для удобства путешествующих часовые мастера иногда снабжали каретные часы сложными циферблатами с указанием временных и астрологических величин, компасом, барометром и термометром. У каминных часов были свои особенности. Их обязательно изготавливали на специальной мраморной подставке или на ножках, чтобы тепло камина не вредило их ходу. Ну а каминные часы, как ему положено, находятся у нас на камине. Часы эти были изготовлены во Франции в XIX веке, принадлежали губернскому прокурору. Именно поэтому во главе этих часов изображена богиня правосудия Фемида. Главная же их особенность заключается в том, что они показывают не только часы, минуты и секунды, но а также даты, имеют даже встроенный лунный календарь. Напольные часы не только показывали время, но и были непременным атрибутом богатого дома того времени. Такие часы ставили в гостиной на видное место. Они придавали ей значительность и солидность. Изготавливали такие часы из древесины дорогих пород и украшали искусной резьбой. Практически все они были часами с боем, который становился со временем все разнообразнее и музыкальнее. Но самые большие часы в коллекции, безусловно, часы напольные. Изготовлены они были в Германии в XIX веке в мастерской известного немецкого часового мастера Густава Беккера. Главная их особенность заключается в том, что каждые полчаса вместо привычного боя они проигрывают мелодию. Внутри этих часов есть специально встроенная вертикальная музыкальная шкатулка. Ну а тогда, в XIX веке, считалось, что такие часы показывают не только время, но и состоятельность их владельца. Чем выше, чем богаче украшены были часы, тем, соответственно, и богаче считался их владелец. Поэтому очень часто часы такие украшались резьбой по дереву, драгоценными камнями, даже слоновой костью и золотом. Еще один вид часов – скелетон. Такое название они получили не случайно. Дело в том, что эти часы имеют прозрачный корпус, поэтому их хозяин может наблюдать, как же устроены часы, какие детали движутся, какие обеспечивают бой. Интересно, что скелетоны появились еще на заре часового производства. И связано это было вовсе не с желанием удивить публику. Просто тогда часовой механизм еще не был полностью убран в корпус. Только во второй половине 18 века искусные мастера закрыли его со всех сторон. Правда, особо интересующиеся по-прежнему могли заглянуть внутрь. Задние и передние крышки корпуса откидывались. Чуть позднее циферблат стали закрывать стеклом. Это позволило защитить стрелки и поверхность циферблата от внешних повреждений. Можно ли было представить себе спутника более надежного и постоянного, чем старинные механические часы с их равномерным тиканьем? Начиная со Второй мировой войны и особенно с тех пор, как в обиход стали прочно входить часы на электрическом и кварцевом ходу, привычное тиканье встречается все реже.
Сейчас такие часы остались большей частью в собраниях коллекционеров. Для современного дома, мне кажется, наиболее красивыми являются вот большие напольные часы, чтобы была мелодия какая-то, украшение, чтобы они как бы были не только украшением интерьера, но еще и давали какое-то эстетическое наслаждение хозяину, владельцу этих часов. В старину часы изготавливались непосредственно самим мастером. Он вкладывал в них частичку своей души, и, может быть, поэтому каждые авторские часы имели свое неповторимое звучание. Поскольку часы были необходимы всем, стали появляться большие мастерские, а затем и фабрики. Наибольшую известность приобрели часы торговых домов Павел Буре и Густав Беккер, которые до сих пор являются предметом гордости своих владельцев и мечтой коллекционеров. Время нельзя остановить, время нельзя увидеть. Часы помогают нам понять и почувствовать время. История часов – это история времени.